Хотел заметить и показать нашим зрителям, что в любой таверне вы можете заказать вот это греческое кофе. Оно называется фраппе. Оно холодное, со льдом, очень вкусное. И так как очень жарко, подается все время с холодной водой, со льдом. И поэтому воду просить не надо, потому что жарко, и всем всегда хочется пить. Поэтому даже если вы встанете просто за столик, вам все равно принесут воды. Вы нахлебаетесь ее сколько хотите и бесплатно можете уйти. Вот такие впечатляющие виды сзади. Дамба очень узкая, поэтому через светофор машины ездят туда и обратно. Сейчас мы тоже на мотоцикле прокатимся туда и обратно.